Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было к нам. День предпринимателя – самый молодой праздник в нашей стране. На официальном уровне его отметят 26 мая всего в 10-й раз, но он уже имеет свои традиции. Накануне профессионального праздника в стенах администрации города собрались опытные и молодые бизнесмены. Они – участники городского конкурса «Предприниматель года». Предприниматель – человек, на мой взгляд, который умеет мыслить нестандартно, креативно, который предпринимает какие-то шаги. Он создает рабочие места. Он обеспечивает работой другие семьи. В этом году заявлено 12 номинаций и 68 компаний-претендентов на звание победителей. Участвуют представители совершенно разных сфер – производства, торговли, образовательных и оздоровительных услуг, общественного питания, ЖКХ, транспортных перевозок, автосервиса, бизнес-услуг и многих других. Этот конкурс – возможность заявить о себе, а престижная городская премия – знак высокой оценки предприятия. Мне 80 лет. Я была настройщиком пианино и роялей. Весь Приморский край был в моих руках. 30 лет ровно я предприниматель. 87-й год, 22 мая. Я работаю сейчас со многими странами мира. И весь наш край в прекрасной ткани. Для объективности при оценке конкурсных заявок члены жюри учитывали показатели деятельности конкурсантов за последние 2 года работы. В частности, уровень заработной платы, выручки от реализации услуг, количество созданных рабочих мест и социальную ответственность. В настоящее время Министерство экономического развития правительства Российской Федерации по инициативе Бориса Юрьевича Титова, уполномоченного при президенте, рассматривается вопрос об учреждении 2018 года годом предпринимателя. Поэтому готовьтесь, наверное, к усиленному вниманию, к ласке. Ну, дай бог, чтобы все это внимание было направлено в правильное нам русло. На сегодняшний день в городе зарегистрировано порядка 40 тысяч предпринимателей. Именно они вкладывают солидную часть финансовых поступлений в бюджет краевой столицы. Поэтому задача власти на всех уровнях – способствовать развитию бизнеса разных форм собственности. Для этого во Владивостоке работает целый ряд программ по поддержке предпринимателей. К примеру, уже сегодня субъекты малого и среднего бизнеса получают весомые безвозмездные субсидии, а также имеют возможность выкупать муниципальные помещения на льготных условиях. Алина Черненко, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.